Глаза голубые-голубые. Есть такое дело? Да. Вы, кстати, ну, то, что Россия, я вижу, а вот интересно, с какого вы города? Неаполь. Неаполь. Знаю, в России есть такой город Неаполь, вот там вот внизу Сапожка, наверное, где-то находится, да? Там, где Голенище. Там, где Голенище, да. Ну, вы поняли, чувство юмора есть. Ну да, есть, конечно. Не, я просто смотрю, что Россия, потом Неаполь, думаю, да, это в России, там где-то Сапожок. Я нет, думаю, ну в России, нет, в России тогда уже валенок, если уж какой Сапожок. Да, ну, я понял. Как, кстати, неаполитанцы к вам относятся? Ну, очень хорошо. Сегодня у меня один неаполитанец спрашивал, правда ли, что есть у нас вакцина? Я говорю, правда. Прямо он говорит, а у нас, а как можно купить? Я говорю, контрабандой не возим. Нет, что самое интересное, Путин сказал, что его ж дочка ж еще приняла там 3 месяца назад. Вот как-то он сказал и забыл про это. Почему забыл? Он вовсю вакцинирует меня. Нет, он про дочку тогда говорил. Ну, сказал, да, я слышала. Ну, если что. И как-то забыл про это. И тут вдруг очередь такая большая выстроилась. И все прекрасно знают, что третьей стадии испытания не было. А третья стадия испытания будет те, кто закупят. Вот там и испытают. Да. Ну, слушайте. Никто же не волит. Кто хочет, тот делает. Кто не хочет, тот не делает. Неаполитанцы очень хотят. У меня сегодня один дядька прямо так выспрашивал, как Вот вы представляете, вашему соседу, неаполитанцу, делают прививку. А помните вот это вот фильм? Слушайте, я бы сама сделала. Я бы даже сама сделала эту вакцину, только чтобы закончился этот локдаун уже, чертов, наконец-то, как нам достало уже дома сидеть. Потом у вашего соседа вырастают клыки. И приходят к вам в гости. Сколько раз вы смотрите РЕН-ТВ или что? Вы читаете какие-то фантастические книжки? Что, фантастику любите? Да нет, я просто сам фантазирую. Ну, я вижу. Не, ну, вот вы же понимаете, вот эти вот там живые мертвецы, там все вот это, фильмы ужасов. Вот, и представьте себе, новый фильм ужаса после прививки. Можно уже писать, как это называется, сценарий на новый фильм. Напишите, я вижу, что у вас получится, кстати. У вас очень развита фантазия. И неплохо. Кстати, а вы уже давно там в Италии живете? Да, давненько. Ну, лет 50, наверное. Нет, что вы. 50 еще лет 45. Тоже чувство юмора есть. И, кстати, по-итальянски научились говорить? Я, знаете, для того, чтобы выучить, хорошо говорить на итальянском, надо все-таки родиться итальянцем, знаете. В детстве говорить на этом языке. Тогда можно, знаете, я вам скажу, что даже вот они здесь, неаполитанцы, да, они же, очень много людей, которые не говорят на итальянском, они говорят на неаполитанском. Я понимаю. У них на каждой горе свой, как это называется? Это свой диалект. Это все из истории. Раньше там было города-государства были. Вот оттуда Поэтому, знаете, я не могу сказать, что я выучила итальянский. И, наверное, никогда не смогу это сказать. Это очень плохо. Вот смотрите, я занимался предпринимательством. Часто ездил на выставки. У нас в Киеве на левобережье есть большой такой комплекс. Я знаю, я там очень часто бывала. Ярмарки есть, знаете. Да. Так вот. Выставка называлась Интершарм, мы каждый год туда ездим. Вот. Так вот. А я занимался по поводу там обувных дел, кожа, обувные дела. Ну, там разные выставки, то есть идет по
по назначению. Да, ну, я знаю, знаю, я знаю, как там все это происходит. Типа выставочная. Я как-то взял своего сына туда. Ну, сын тогда учился еще в институте и взял его с собой. А мне был знакомый, кстати, итальянец, директор предприятия Кендафарма. Вот. И он учился еще в Москве, в институте Патриса Лумумбы. То есть он прекрасно знает русский язык. И я приезжаю с сыном и с ним начинаю разговаривать. А потом говорю: сын, сын, а хочешь поехать в Италию? Ну, просто там поработать чуть-чуть, там как-то тереться там. А он мне задает вопрос, этот директор предприятия: слушай, да пожалуйста. Ну, тогда у нас еще не было. Это было давно, это лет 10 назад было. То есть у нас еще свободного выезда не было. А он говорит: ну хорошо, а есть же языковой барьер. Ты как, итальянский чуть-чуть шаришь? У моего сына спрашивают. А то: а как же? Ведь Коза Ностра и Кванта Коста. И тот как заржет. Ну то есть сколько стоит, ну и Коза Ностра, сами знаете, что такое. Ну, чуть-чуть поржали, чуть-чуть. Ну, чувство юмора есть, говорит. Ну, как-то на этом дело и закончилось. Ну, а я сыну благодарен, что все-таки от меня чувство юмора есть. Спросил, итальянский знает? Да, знаю. Слушайте, я это самое, ладно, вообще-то, как говорится, все это, конечно, хорошо, чувство юмора и прочее, прочее. Но вот как вы думаете, вот, ну, я так понимаю, что все-таки вы тоже, да, в Советском Союзе родились, как и я, не секрет, что мы с вами, да, не по 20 лет, да, чуть постарше мы люди. Вот, я вообще из Молдавии, я не из России. Россия – это VPN. Родом я из Молдавии, я молдаванка, а сейчас вот уже несколько лет живу в Италии. Как живу? Работаю. Я не могу сказать, что я здесь останусь жить, нет, это вряд ли. Как вы думаете? А куда? Обратно в Молдавию. Ну а куда? А здесь что делать? Здесь нет у меня перспектив. Нет, пока ты работаешь, ты здесь нужен. А когда перестаешь работать, то кому ты здесь нужен? Нет, если, ну, конечно, если успеешь оформить гражданство, да, ну я вряд ли успею, да, и мне и не нужно, собственно говоря. Ну, не очень я хочу здесь жить. Я все-таки возвращаюсь на родину, я не хочу здесь жить. Получается, что вы все-таки неаполитанка, не с семьей там живете? Нет, я с семьей, у меня муж здесь, все, но я говорю, что я здесь не останусь. Я здесь, я что муж по этому поводу говорит? То же самое, муж тоже хочет вернуться, он не хочет остаться. Здесь все равно, здесь как бы ты здесь, сколько бы ты здесь лет не жил, как бы ты не знал язык, но ты все равно здесь чужой, и всегда хочется домой. И тем не менее, если вы приехали, кстати, вы сказали давно, а все-таки сколько лет вы там живете? Ну, у меня муж, например, он здесь уже больше 10 лет, почти 15. Вот, я около 5. Все равно нужно интегрироваться. Понимаете? Ну вот мой муж 15 лет здесь, да? Я здесь 5 лет. У меня здесь есть знакомые, очень много знакомых из Украины тоже, да, вот, ну, приезжих, которые здесь живут по 20 лет. И все равно, знаете, вот такой вот прям интеграции нет. Все равно ты чужой будешь для них. Все равно ты для них чужестранец. Они так и говорят, страньеры. Здесь нет, они не то чтобы, как вам объяснить, но все равно ты будешь для них чужой. Как бы ты не знал язык, как бы ты чего, даже если у тебя будет гражданство на руках, ты все равно будешь страньер, ты все равно будешь иностранец, ты все равно будешь чужой для них. Ты родной. Еще кроме языка есть менталитет. Какой, слушайте, им все равно, какой у вас менталитет. Вы иностранец, вы чужой, понимаете? Чужинец. Вот как бы, вот, допустим, вы украинец, да, живете на Украине. Вот если возле вас приедет какая-то семья, допустим, из Африки, да, и будет жить рядом с вами, они все равно для вас будут чужими. Там или с Узбекистана, нет, или с Туркменистана, или еще. Нет, вы ошибаетесь. Дети будут шоколадные. Я понимаю, но все равно это будет чужой человек. Ну, слушайте, что значит чужой, не чужой? Ну, подождите, не местный, не свой. Подождите. Есть семья. Вот тут чужой, не чужой. А мне похрену, у меня сосед, то ли из
афганец, то ли туркмен, то ли этот еврей, то ли мне без разницы. Лишь бы не мешал мне жить. И а все. Если русский? Ничего страшного. Так будет, тоже русский. Кстати, я тоже русский, ну и что? И кстати, и если русский сапог придет на украинскую землю, буду пиздясить, несмотря на то, что я русский, буду пиздясить. Подождите, русский. Подождите, но вы же сам русский, когда-то пришли на эту землю. Так вот, мне без разницы. Вот так вы же, подождите, вы сам русский, и вы когда-то пришли. Подождите, остановитесь. Вы русский, пришли на эту землю, правильно? Значит, почему вас никто не пиздит? Подождите. Вы же на эту землю пришли, вы русский. Вы говорите, если русский придет. Вот, вы русский, вы уже пришли. Я тут родился. Я эту землю... Ну хорошо, ваши родители пришли. Нет, моих родителей оккупировали. Моя мать, оказывается, с Белгородской области. А раньше Белгород был украинским. А как, подождите, как вы говорите, что вы русский? Стоп, давайте разберемся. Вы русский, пришли на эту землю. На какую землю вы пришли? Вы сейчас на какой земле живете? В Украине. В Украине, но вы русский. Ну вот записано там свидетельство о рождении. Так вы русский или не русский? Я русский, но пиздячик буду русский, который придет. Стоп. Сейчас мы размотаем ваши мозги на место поставим. Как вы русский оказались на этой земле? Как ваш русский сапог оказался на той земле, на которой вы сейчас стоите? Я же вам пытаюсь объяснить. Как вы там оказались и почему вас никто не пиздил? А я тут оказался еще до рождения. Хорошо, как ваши родители там оказались и почему их никто не пиздил? А вот я вам пытался объяснить, а вы не захотели слушать. Давайте, я буду слушать, как ваш русский, как сапог ваших русских родителей оказался на украинской земле. Рассказывайте. Не перебивайте. Не слушайте. Буду. У меня мать в Белгородской области. Белгород считает, это же Россия. Но в какое-то время до 24 года это была Украина вообще-то. Просто отпиздячили кусок Украины, и их назвали русских. Поэтому я стал тоже русский. А до этого вы кто были? До того, как стали русским, вы кем были? До рождения? Нет, вы говорите, что отпиздячили кусок и назвали русскими, да, русскими. До того, да. как ваших предков назвали русскими, кем вы были? А я был тогда вообще даже сперматозоидом. Татаром? Может, вы были татаром, может, турком, может, кем вы были? До того, как вас назвали русскими, кем вы были? Ну, вообще-то украинец тогда был. Когда тогда? В каком году? В 24-м году. Были украинцы. То есть ваши предки были украинцами, а потом их назвали русскими. Угу. Так значит, вы не русский. Ну, получается так. Наконец-то пришли. А то вы кричите мне, что вы русский, я просто сомневалась. Я вам сказал, когда начинаешь крутить, понимаешь, что вы не русский. Я вам сказал по документам. У меня свидетельство о рождении написано, что я русский. Так вот. Как вы, русские, оказались на украинской земле, и почему вас никто не пиздит? Если, говорит, русские придут на эту землю, я их буду пиздить. Сидит, говорит, а вы знаете, сколько русских? А почему меня никто не пиздил? Начинаем мотать. А нихуя не русский, я украинец. А потому что меня оккупировали. Блядь, кто насрал в свою голову столько говна, ты мне скажи. Как свою, блядь, старую пиздоколову поместилось столько дерьма? Дурак ты старый, иди там чёрт. Нет, даже не то, что не смешно, противно с тобой разговаривать. Что на тебя, блядь, не бил? Которые пришли сюда. Иди, блядь, это капец какой-то. Вот что? Ну, это же взрослый человек. Блядь, как он так может рассуждать, понимаешь? То он русский, то он не русский, то он пришел, то он не пришел, то он будет пиздить. Ой, все. Спокойно, Таня. Так, повеселились, короче.